Пандемия коронавируса повлияла на деятельность многих сфер во всем мире. В Азербайджане приостановлена деятельность музеев, выставочных залов, торговых центров. Закрытыми оказались и театры. О работе во время пандемии нам расскажет актер Азербайджанского русского академического драматического театра имени Самеда Вургуна, телеведущий Олег Амирбеков. Здравствуйте, Олег. Добрый день. Здравствуйте. Олег, как вы проводите социальную изоляцию? Было ли вам трудно привыкнуть к такому образу жизни? Вообще, учитывая то, как поменялся мир, конечно, я думаю, любому человеку будет трудно. А поскольку человек – животное социальное, и все эти ограничения, которые сейчас есть, они так или иначе меняют наш образ жизни. Но надо понимать, что это все не шутки, ситуация достаточно серьезная. Поэтому я лично, в принципе, выполняю все предписания и по социальной изоляции, и по маскам, и по дистанции, и так далее. И вообще без надобности никуда не выхожу, и уже давно не видел и своих коллег, и своих друзей очень многих. Это, конечно, к этому тяжело привыкнуть, но я думаю, что надо перетерпеть, чтобы потом все вернулось на свои места. Театры закрыты, однако мы знаем, что актеры театров репетировать не перестают. Просто репетиции со сцены театра перешли в онлайн-формат. Работать удаленно, как для вас, для творческой личности, такой формат работы? Ведь вы привыкли работать со зрителями, чувствовать эмоции, исходящие из зрительного зала. Ну да, у нас был такой опыт, такой эксперимент. Мы репетировали на одной из онлайн-платформ, которая очень популярной стала. Ну, я вам скажу, что какую-то миссию мы выполнили до какого-то определенного этапа, до какого-то определенного предела. А потом спектакль, театр вообще искусство живое, он не предполагает онлайн-форматов, тем более театр такой формы, как наш. Он предполагает зрителя в зале, артистов на сцене. Это живое, сиюминутное искусство, происходящее здесь и сейчас. Поэтому как будет дальше, не знаю. В любом случае, нам, чтобы продолжить свою деятельность, надо выходить на сцену, надо репетировать, потому что делать мизансцены в Zoom или на других платформах – это невозможно. Это все прекрасно понимают во всем мире. Так что мы зависим сейчас от ситуации, как она будет меняться, как будет меняться эпидемиологическая ситуация, обстановка. И уже больше 3 месяцев, в принципе, мы в театре не появляемся. Динамика заражения коронавирусом в Азербайджане в последнее время не позитивная. Строгий карантин в Баку и ряде крупных городов Азербайджана продлен до 20 июля. Причем в этот период бакинский метрополитен приостановит пассажироперевозки. Как в целом вы оцениваете ситуацию в Азербайджане и меры, введенные в стране для снижения темпов заражения вирусом? Ну, смотрите, меры, они у нас не уникальны. Мы видели все эти меры в других странах мира. Это не наше ноу-хау, ничего нового мы тут не придумываем. И более того, наш строгий карантин, он не так строг, как, например, в некоторых других странах. Там меры были гораздо строже, и ограничения были гораздо строже. Тут, я думаю, конечно, мне не хотелось бы никого обвинять, это было бы неправильно, ни оперативный штаб, ни население. Но мне кажется, что население должно осознать серьезной ситуации и какие-то вещи понять простые. Дело в том, что не будет новостью ни для кого, если я скажу, что культура очереди у нас в обществе, ну, в общем, она была очень слабо развита и до пандемии. Постоянно дышащие в затылок люди, которые стоят рядом с тобой в очереди, они и до этого как-то мной лично не очень приветствовались, а сейчас это просто стало опасно. Поэтому мы должны все как-то собраться и осознать, если кто-то еще не осознал, я уже не знаю, было сказано очень много слов, было дано очень много объяснений на разных уровнях, на уровне правительства, скажем так, казенным языком, таким официальным, на других уровнях со стороны врачей, специалистов. Ну, есть еще граждане, которые не очень осознают, что все это серьезно. Возникают какие-то конфликты. Хотя уже мы видим, если 2-3 месяца назад некоторые особо активные пользователи соцсетей требовали предоставить фамилии, имена, явки, пароли
всех этих людей, которые заражались коронавирусом, то сейчас в этом нет никакой необходимости. Мы видим, что каждый день не только заражаются, а уходят из жизни люди. И не надо никого искать, каких-то родственников или каких-то соседей. Эти люди, с которыми мы, это из нашего круга общения, с которых мы знали, и, к сожалению, они тоже вот пали жертвами этой инфекции. Я думаю, что постепенно, хотелось бы, чтобы это было быстрее, но постепенно общество придет к пониманию серьезности ситуации. То есть без этого, мне кажется, не будет улучшения той ситуации, которая есть сейчас. Действительно, очень много зараженных, ну, плюс-минус под 600 человек. Это не очень хорошие показатели. Я думаю, что карантинные меры, надеюсь, строгий карантин, который объявили до 20 июля, он как-то поможет снизить количество выявляемых заражений. Хочется на это надеяться. Ну, в принципе, да, как вы отметили, ситуация с коронавирусом во всем мире, она ухудшается. И при таком положении дел важно соблюдать гражданами все меры индивидуальной защиты. Почему, на ваш взгляд, некоторые граждане пренебрегают этими правилами и проявляют безответственность? Вы знаете, это для меня тоже очень интересный и волнующий меня вопрос. Потому что я вот никогда не являлся сторонником теорий заговора, какой-то там каких-то глупостей, про чипизацию бедного Билла Гейтса, которого приплели. Но это так смешно, с одной стороны, а с другой стороны, так грустно, что кто-то там рассказывает про технологию 5G, которой у нас в стране нет. Надо это понимать. Каким образом это вообще влияет на коронавирус? Я даже не знаю, как это комментировать. Ну, я невозможно же залезть в черепную коробку каждого человека и узнать, что у него там, что повлияло на то, что он вот сейчас думает вот так, что коронавируса нет, это все не страшно, и давайте жить и радоваться жизни. Не знаю, это, наверное, надо, должно быть какое-то исследование. Я читал недавно интервью одного российского врача. Врач сказал, что это люди, это такой способ защиты психологической от всего происходящего. Возможно, что это и так. Но надо понимать, что помимо того, что должен срабатывать инстинкт самосохранения, человек должен думать, конечно, о себе, о своих близких, эта ситуация, она должна нас подвигнуть на то, чтобы мы заботились друг о друге. Потому что не ношение, пренебрежение, не ношение масок, пренебрежение какими-то правилами вот этого карантинного режима приводит к тому, что я, может быть, даже не почувствую, что заразился, а кто-то переболеет в очень тяжелой форме. И таким образом, значит, я буду хоть косвенно или прямо, но виновником того, что человеку будет плохо. Я думаю, мы должны помогать друг другу. И чем скорее мы соберемся, возьмем себя в руки, тем скорее, я думаю, мы выйдем из этой ситуации. Потому что вы совершенно правильно заметили, во многих странах, в которых карантин или упразднили, или частично сняли, они в каких-то определенных регионах возвращаются к тому, что карантин ужесточается. И немецкие врачи из института Коха тоже говорят о том, что мы, в принципе, должны как-то жить с этой инфекцией. Ее не получится ликвидировать, потому что нет ни вакцин, нет ни... И будет ли она, тоже большой вопрос. Тут должна быть какая-то ответственность социальная, гражданская, друг перед другом, перед своими друзьями, перед своими согражданами. В конце концов, мы все живем в одной стране и составляем один народ. Я думаю, над этим стоит задуматься, прежде чем количество летальных случаев тоже увеличится, а хотя оно увеличивается каждый день уже, это 7 человек. Ушел из жизни наш коллега Этибар Бабаев, замечательный режиссер, прекрасный человек. Я как человек, который работал в структуре СТВ много лет, мы с ним общались, я его знал, и это, конечно, как гром среди ясного неба. Да, это большая утрата. Вот почему? Это большая утрата, и светлая ему память. Почему он должен был пасть жертвой этой коронавирусной инфекции? Я думаю, что и очень важный вопрос и на производстве, то есть на телеканалах, а в средствах массовой информации, которые
как бы, которым разрешено работать сейчас, тоже должны соблюдаться какие-то элементарные нормы. Вот я знаю, что на вашем телеканале какое-то было проведено тестирование сотрудников, которые работают. И это единственный возможный выход из ситуации. Я думаю, что если театр наш бы сейчас функционировал, то там тоже надо было проводить массовое тестирование всех и каждого и выявлять случаи заражения и изолировать этих людей. Да, Олег, вы совершенно верно заметили. Я бы хотела вот вас спросить по этому поводу. Вы работаете еще телеведущим. Как вы считаете, какие еще требования и правила обязательны для сотрудников именно средств массовой информации, которые не прекращают работу в это сложное время? Ну, тут я думаю, что я тоже не буду оригинален. Если речь идет, как мы знаем, ток-шоу сейчас не снимаются, ну, с участием какой-то части зрителей, например, наша передача «Мен Азербайджан Лем», которую я веду, это проект Министерства молодежи, мы поступили таким образом. Мы отказались от зрителей, мы сократили количество участников с 10 до 5 человек. Не знаю, как будет сейчас, потому что сейчас ограничение уже на 5 человек. Раньше было нельзя было собираться больше, чем 10, сейчас больше, чем 5. Ну, посмотрим. И в любом случае, на любом производстве, в любой компании и средстве массовой информации нельзя пренебрегать теми правилами, которые были разработаны и рекомендованы оперативным штабом при Кабинете министров. И, конечно, руководство. Вы знаете, очень многое зависит все-таки от менеджеров, скажем так, от руководства. Если оно заинтересовано в том, чтобы коллектив был здоров, то оно предпримет какие-то меры. Значит, если не заинтересовано, то это печально. Мне кажется, что просто подходить к этому с ответственностью. Это и проверка температуры, это и регулярное тестирование. Да, может быть, это как-то затратно, но это необходимо. Поэтому тут просто надо следовать тем правилам, которые были разработаны. Спасибо вам, Олег, что уделили нам ваше время, и берегите себя. Спасибо, вы тоже себя берегите, и до скорой встречи в театре. До встречи. О работе в условиях пандемии мы говорили с актером Азербайджанского русского академического драматического театра имени Самеда Бургуна, телеведущим Олегом Амбербековым.